у тебя есть Небесный Отец, который действительно тебя любит. Твое отсутствие было таким долгим, а его тоска по тебе такой сильной, что он написал тебе письмо. Любовное письмо. Он с нетерпением ждет, когда ты ему ответишь. Дитя мое, возможно, ты не знаешь меня, но я знаю тебя очень хорошо. Я знаю, когда ты ложишься и когда встаешь. Мне известны все твои пути. Ты сотворен по моему образу. Ты, дитя мое, ты не был ошибкой. В моей книге записаны все дни для тебя назначенные. Я установил точное время и место твоего рождения, а также то, где ты будешь жить. Мой план для твоего будущего всегда был наполнен надеждой. Мои помышления о тебе бесчисленны, как песчинки на морском берегу. И я радуюсь о тебе с ликованием. Когда ты сокрушен сердцем, я близок к тебе. Как пастух несет ягненка, так и я нес тебя близко к моему сердцу. Придет день, и я отру каждую слезу с твоих глаз и заберу всю боль, которую ты испытал в своей жизни. Ради тебя я отдал все, чтобы завоевать твою любовь. Теперь я спрашиваю тебя,
хочешь ли ты быть моим ребенком? Я жду тебя. С любовью, твой Отец, всемогущий Бог.